Люди Бая взяли след. Гроза неотвратимо приближалась к поселку Тырталова. Здесь на военных сборах уклонялся от неприятностей доктор Рыжов. Теперь его могло спасти только чудо. Ну, где у вас тут этот Искулап Хаттабыч? А, вот он. Ну что, добавки хочешь? Не хочет. Ну и правильно, что не хочешь. А то я б тебе... Лейтенант запаса Рыжов? Да. Уже порубали? Да. Вам поручается установка палаток на учебной базе номер 2. Я готов. Прямо сейчас. Разрешите убыть? Сейчас убудете. Поступаете в распоряжение прапорщика Середы. Будете разбивать медпункт. Я готов. В полевых условиях. Я готов прямо сейчас. Разрешите убыть? Исполняете. Ой, ребята, что сейчас будет? А что будет? Медпункт разрушен, прапорщик Середа в дурдоме. Рыжова надо засылать в разведку, в стан врага. Здесь. Сейчас мы этого лоха с камнем выцепим, от нас не скроешься. Рыжов и Ян, пойдем поищем потихоньку. Скажи команде, пока все в запасе. Пока все в запасе! А ну, обмылок открывай, а то матку вывернем. Не положено. Что не положено? Давай открывай. А может, через ворота ломанемся? Я что, не русским языком говорю, не положено? Ладно, поехали в объезд. Нам шум ни к чему. А то набегут тут сейчас полные трибуны. Паук сказал 2 лимона баксов. Пошли. Как бы сразу. Козлы. Товарищ. Витя, дыши полной грудью. Чистый кислород с легким ароматом хлорки. Стимулирует любовь к жизни. Красота. А где красота? Не вижу. Там за железными воротами. Вот за этими стальными железными прутьями там открывается мир полного порядка, армейской дисциплины и гармонии. Гармония! Чё надо? Заходи. А как же биологическое оружие? Ему можно, ему не опасно, даже наоборот. А, понял. Сыночка бы мне повидать. Угу. Рыжов фамилия. Вот. На сборах он у вас тут. Один он у меня. Скучаю я без него. Как мне его повидать? Ну вот, сейчас на КПП, вот, потом, значит, проходите, здесь будет штаб, вот, мимо штаба проходите, справа будет склад боеприпасов, ну вот, вам туда не надо. Вот, значит, идете дальше, там казарма, вот, и как раз за казармой будет учебная база номер 2. Сзади ее обходите, и там спросите. Угу. Служи. Богатырь. Спасибо. Пушками только зря не светите. А то я вас знаю. Чуть что, сразу в драку. Мася, объясни, это что, музей Сальвадора Дали? Почему квадратные сугробы? Не квадратные, а культурные деревни. А, понятно. Давай, чисти, что ты сидишь? Давай чисти, ты что сюда отдыхать приехал? Что ты сказал? Вот оно теперь как? Давай, погоди, да. Здесь надо кое-что подправить. Понял. Нормально. Молодые люди, как пройти к командиру части? Вон штаб. Вон там, да? Сейчас я до туда дойду и вернусь с комбатом. Чё? Чтобы разобраться на месте с проявлениями неуставных отношений в частях округа. Так... Не понял. А кто вы будете, женщина? Я кто буду? Я буду член Государственной Думы следующего созыва. А для тебя хватит исполнительного секретаря комитета солдатских матерей. Фамилии? Рядовой Горищенко. Ефрейтор Алексеев. Слушайте меня, твари. Я иду в штаб. Комбат, начштаба, замы. Все получат по 100 баксов. Если хоть один из вас подойдет к молодым ближе, чем на 10 метров, мне позвонят. Только приеду уже не я. Приедут другие люди и сделают вам кастрацию. Причем кастрацию проведу самолично, без наркоза. Все ясно? Ясно? Угу. Да. Свободно. Все, уяснили. Надо валить. Умница. С тех пор сержанты и старшины на всякий случай обходили молодое пополнение стороной до самого дембеля. Дедовщина в части на время притихла. Следите все время за мной. Я веду игру. Ясно? Вопросы есть? Вопросов нет. О, я же говорил, дыра есть. Вот она и есть. Я чё, крыса в дыру лезть? Нет, там наверняка по грунтовке можно. Иначе им все натыренное на себе волочь. Так у пропоров грыжи бы до земли болтались. Я в стройбате служил, знаю. Так, ну ладно, хватит. Пешком пойдем, выгружаемся. скамейки запасных у тачек, остальные за мной. Стволы без команды не светить. Бодрей, бодрей, как на тренировке! А? Смотри, бай, таблички какие-то. А вдруг там часовой? Как шмальнет? Я ему шмальну, я ему шмальну! Что здесь охранять? Ну посмотри, списанные взрыв пакеты! Все уже скоммунищено давно! Осторожно! Не спит караульная собака! Мужа, а может ее кругом обойти, а? Вот я когда в стройбате... Ты в стройбате, я в дисбате! Хрен с ней, с собакой! Пусть она нас боится! Блин! Ну-ка, сбей! Сбей колючки нахрен, а? Мася, Мася, подожди меня. Ну подожди меня, подожди, послушай меня. Подожди, подожди. Ты здесь подожди, а я туда пойду. Валим палатку и сверху ходим. Мамочка. Ой, мамочка моя. Помоги мне. Белый, смотри, что там? Не мандражируй! На чужом поле всегда играть хреново! Трындец! Все, пошли. Ну, блестяще. Просто висло-одерская операция. Ну так. Руки не опускать! Что, денег пожалел, да? Ты не заплатил? А вот мозг не пожадничал. Ах ты гнида! Заберите это дерьмо! Это вам не стрелку забить. Это российская армия. Ядрёнок хорик. Профессор, руки опусти. Ха, русские не сдаются. Но все-таки приказали. Это не нам, у них там свои разборки. Компот хочешь? Хочу. Рыжов-то сбежал, негодяй. Может, догоним? Не, ведь. Нет. Нам не по силам, пойдем. Понял. Но если он в честь не вернется, его наверняка в какой-нибудь дурдом определят. Стратег. Я? Ты. Хм. Компот хорош, да? Очень. Настоящий. А по-моему, это чай. А это еще кто там сдается? На, гляди, это мои орлы. Тоже сдаются. Штабы потопали во главе с прапорщиком. Вон напугал. Красиво идут. Ну, топайте, топайте. Я вам устрою разбор полетов. Дай-ка мне еще посмотреть. Повеселиться на старости лет. Секундочку. Одну секундочку. Что-то тут не то. А? Что ты сказал? Ведет он себя как полный лох. А Середа и есть лох. Что он здесь делает? Витя, хана. М? Что? Палка ясна. Ну? А корабль зачем? Ты моряк? Корабль – это способность к рывку. Способность? Это талант, я знат. А, талант. Клево сказал кореш. Рывку! Рывок непонятно? Рывок? Рывок – это… Это что? Побег. Сечешь? Секу. Красивая корабля. Корабля, корабля. А вот ты, черный, чем тебя по-черному-то писать? Надо белым. Может, хлоркой? Но хлоркой не в кайф. Ползаешь, понимаешь, по хате немеченный, как лох. Тут? А, белое молоко. Белое молоко? Может быть, еще кефиром предложишь? Тут без бутылки ты не обойтись. Эх, Мишка, Мишка. Правильно. Миша. Что за кипиш? Водка мало? Да при чем тут водка? Не в водке дело. Тут тема посерьезнее. Садись. Ну что? Ты до сих пор без кликухи. А тебе нужно придумать погоняло. А Мишка? Ну, Мишка. Мишка – это имя. Вот я, к примеру, Владимир, а погоняло у меня паук. Ты какое хочешь? Супер паук. Супер, ты еще скажи «Паук-2». По закону ты имеешь право принимать участие в обсуждении. По закону в нашем премии воин тоже может подумать себя погоняло. А это что же значит? Наши законы и ваши папуасские тик в тик? Очень похожи. И окраска, и погоняло. У мой пахан погоняло гришный бык. Вождь. Угу. Пахан. Ты знаешь, у нас тоже ведь быки есть. Я вот раньше тоже был быком, а стал авторитетом. У меня пахан, премия, авторитет. Тут чефир надо заваривать. Промочим горлышко. Петр Трофимович впал в тоскливую задумчивость. Он был уверен, что угрозы Жерновкова не остановят. А значит, рано или поздно придется встречаться с ханой. Как только он это понял, давление медленно поползло вверх, в голове зашумело, а по спине пробежали противные мурашки. Слушай, дед, ну чё ты вылупился? Я ж не тебе рассказываю, мужикам. Ты на мне дырку скоро протрешь, понимаешь? А про дырки в твоем возрасте думать поздно уже. Понадобится. Еще дырок понаделаем. Ты, дед, чего? Угрожаешь мне, что ли? Кто тебя боится? А хочешь, по сапатке? О, опять бузишь, Трофимыч. Думаю, с твоим здоровьем четвертой ходки за убийство не потянуть. А вы, мужики, его не бойтесь. Он у нас тихий, смирный. Если его не трогать, конечно. А теперь очистите помещение. Да знал я, что ты придешь. Думаю, ты успокоишься только, когда меня закопают. Обманул ты меня, Петр Трофимович. В смысле? Человек, которым ты тут нас давеча пугал. Лох! Так что давай-ка глотай свои пилюли, надевай очки. Будем смотреть фотографию. Этот человек – лох. Этот? Согласен. Судя по лицу в наших делах – 0. А какого ж ты хрена? Мне тут голову морочишь, лохами пугаешь, м? Я вообще-то при исполнении. Мне не до шуток. А ты за свои шутки, между прочим, штуку баксов взял. Какие шутки? Володя! Кто это, не знаю. А... Витя, хана, вот она, вот! Больше я тебя не побеспокою. Обещаю. Извини. Дед, извини. Ну не признал. Хочешь мою койку возьми? Да иди ты! Теперь он тебя ножиком немножко ночью прирежет точно. Это у них так по понятиям положено. Иванов. Поздравляю, хорошая фамилия, точнее. Петя Иванов, помнишь? Говори. Прости, Вика, знаю, что нельзя звонить, но обстоятельства. За тобой ходит наш человек. Я тебя сдал, Вика. Старый я стал. Я поняла. Что по людям скажешь? Вова Жерновков. Владимир Федорович, чего хочет, не знаю, но парень хороший, может, лучший из наших. А с ним бандит один. Назвался Кнабаух. Артур Александрович. Ага. Ненавидят друг друга, явно. Все. Прости, Вика. Старый я. Страшно мне. О! Погоняло нашлось. Мишка, топай сюда. Донор. Я думал. Ну? Тики-так. Тики-так. Донор, погоняло твое. Погоняло это, конечно, здорово, но не главное. А главное, Мишка, что? Главное жить по понятиям. Усек? Ну вот, к примеру, базар. Ну, не конкретный там рынок, а базар. Понимаешь? В смысле коляк. За ним надо ой как следить. Любой кикс может привести к ответке. Перед тем, как болталом взлязгнуть, надо до 100 сосчитать. Усек? Усек. Ну что, ты с корешем до 100 считаешь? По понятиям, да. Косяк упорол. Это не по понятиям. Хотя ответку ты держишь четко. Ну и что? Последнее. На подсосе долго не протянешь. Кто должен в лабаз? Конечно, донор идти. Но? Паук, авторитет. Пить, есть, на халяву. Ну, на халяву можно. Донору пока нельзя. Манага хач добивать. Ну? Ну, я пошел. Ну, ладно. Сиди. Я сам схожу. Боюсь, засветишься. На лиговке будешь гипсом сверкать? Угу, молчал. Надо прикинуться поскромнее. Игорь? Я. Светлана, мне надо срочно у тебя укрыться. Возникла такая необходимость. Заходи. Я не об этом, Светлана. Мне надо укрыться. Заходи. У тебя чисто? Пока, да. Света Грудоченко впервые поняла проблемы Игоря еще на 3-м курсе медицинского института и впоследствии продолжала понимать с завидной регулярностью. Девушка со студенческой скамьи стремилась в психиатрию, что значительно облегчало их общение. Все. Теперь я как контур закрыл. У тебя действительно чисто. Но они меня обязательно. Они меня обязательно отыщут. Обязательно. Хочешь поговорить об этом? Хочу. Хочу. Знаешь, с чего началось? Знаешь, ко мне в травмпункт пришел черный человек. Но не настоящий черный, в полном переносном смысле негр. Зубы, как у газонокосилки, хобот, как у слона, вот такой. Все время говорит: «Воу-воу-воу, ты здоров, ты не здоров, я у него и украл». Да, я виноват. Я у него отрезал. Да не то, что ты думаешь-то, что ты все время думаешь-то про неприличное. Я у него клок волос отрезал, спрятал его под берегом, потому что если не будет этих волос, это будет ужасно. Я у него отрезал, а после этого приходит мент. Поганый мент! Мент! Поганый, вонючий мент! Козел! Даже вот такой мозг, понимаешь? Вот такой мозг, если подавлять через зрительное стекло, то вообще он будет вот такой. У него даже следа от фуражки нету, а у меня же ум. Этот мент подумал, что я хотела у негра украсть наркотики, чтобы их продать. В Кипр! Африку! Нахрена мне эти наркотики? Я человек ума. Я отравляю людей другим способом. Да, наркотиками я открываю в ней чакры, понимаешь, у меня ум, а у милиционера ничего нет, а с ним еще пришел этот совсем страшный человек. Черный человек. У него такая аура. Черная. Черная аура. Но и тут пришло спасение. Все думали, что все, что мне конец, да, что я умер. Нет, я не умер. Я остался живой. Я нашел лаз и ногами нас. Я к тебе пришел. Кохана. Не журися, Ігор. Я сховаю тебе у себе на роботі. Там така аура. Надежно? Да, не убежишь. О, ну пасаран. Привет. Денис, чемпион. Привет. Еще один. Проводите больного ко мне в кабинет. И не сломайте ему руку, все-таки это наш бывший коллега. Фиксировать? Пока не надо. Пойдемте. Все, спасибо, Степан. Отпусти. А дальше? Дальше я сама. Отпусти его, ну. Я буду рядом. Смотровую повели. Галоперидол как минимум. Аминозин 100%. Да, думаю, сера. Да. Агрессивность гиперкинезии я бы начал с сульфазина. Да, да. Может быть. Да. Ну, по койкам, живо. Кто первый добежит, сигарету. Нет. Я поставлю. Похоже, он считает меня сумасшедшим. Скажи ему, чтоб не подсматривал. Не подсматривай. Где я? Ты у меня, Игорек. Ты что, переехала? Это что, игра? Игра такая, бинты вместо наручников. Да. Да, это действительно игра. Но это не та игра, о которой ты думаешь. Не волнуйся, я тебе все объясню. Не волнуйся, он ничего не понимает. Кстати, ты знаешь, у нас большая радость. 2 дня назад он перестал мочиться в постель. Ну, правда, иногда ходит в раковину, но мы тут с коллегами посовещались и решили, что это проблема воспитания. Его привезли из какой-то квартиры, где было совершено убийство. Убийство? Но ты не переживай, убийца не он, он только свидетель. Его тонкая натура не справилась с пережитым, и психика расставила защитные барьеры. Сейчас он уже идет на поправку. Его зовут Андрей Константинович. Я думаю, что вы быстро подружитесь. Но его почему-то не привязывают. Ну, тогда он не сможет сосать свой палец. А в его положении это крайне важно. И потом, здесь ведь все думают, что ты хотела меня изнасиловать. А если бы я сказала, что это не так, то мне пришлось бы лечь с тобой на соседнюю койку. Но ты не переживай. Потерпи пару дней, а я что-нибудь придумаю. Как же покушать? В туалет. Степан тебе поможет. Степан? Кстати, мне показалось, что ты ему очень понравился. Ну, я же говорю, подружитесь. Ну, ладно, мальчики, отдыхайте. Ничего, ничего. Среди трупов тебя не было уже хорошо. Значит, они тебя с собой взяли. Или ты сам сбежал? Ну, сам сбежал, это я, конечно, перехватила. Гады! Ну что за гады? Мало того, что после них нога не ходит, они еще обувь до кучи попортили. этого? Весь сыр-бор? Куда же мир катится? Поймаю, в задницу засуну. Не надо писать в раковину. Я запрещаю писать в раковину. Не писать, не писать, не писать, никогда не писать. Не писать, совсем не писать, никогда. Я отобью тебя. Хана тебе! Хана! Ты что с ним сделал? Экстрасенс! Ты из него дерьмо выдавил. Я его не трогал. Теперь потрогаешь. Веди его в умывальню и раздевай. А я шланг приготовлю. Пойдем, засранец. Пойдем. Давай. Как красиво. Ты что за зона-то такая в натуре? Ну нормально посидеть не дают, беспредельщики. Это что за беспредел-то? Я генпрокурору напишу. Я на вас на всех жалобу накатаю. А ты хотя бы градус прибавь начальник. Я чистый в натуре, вода ты холодная. Так, что у нас тут? Все как всегда. Спас. И всех спасу. Всех! Этот надолго. Согласен. Вам крупно повезло. Мы как раз только вчера с огромным трудом вывели его из ступора. Поверьте, что это было очень непросто сделать. Туда 2 недели человек провел в состоянии кататонии. А это практически приговор, знаете ли. Я знаю. Так вот, усилиями нашего коллектива мы боролись. А ну куда на койку, на койку. Сутками, понимаете? Давай-ка на место. Сделайте, чтобы нам никто не мешал. Он один в палате? Нет, не один. Нас в палате 2, сударь. Есть еще одна койка, так что милости просим. Закрой рот. Ты бил. Уберите отсюда этого дегенерата. Степан, аккуратней. Пошли, 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 пошли. Ты был шофером у паука. Где он может быть? Ты меня слышишь? Говори, говори, говори. Хватит дурку валять. Говори, где он может быть? Ну? Я не знаю. Я тебя убью сейчас. Курская, 25, квартира 3. Не забывайте нас. Я для вас коечку придержу. Идиот. Пойдемте, я вас провожу. Сам идиот.